Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Компост обычно делают тремя способами. В компостной куче или яме, в специально сколоченном компостном ящике или же в больших черных мешках. Честно скажу, что максимально быстро компост созревает именно в мешках, так как там постоянно повышенная температура из-за парникового эффекта. А как известно, высокая температура для компоста – это основной фактор быстрого перегнивания. Но сегодня я хочу рассказать своим подписчикам и гостям канала о необычном ингредиенте для компоста. Его можно добавлять как летом, так и осенью в перегнивающие отходы. Хитрость заключается в смешивании картофельного крахмала и мочевины. Об этом способе я узнала давно из садового форума и решила попробовать. Знаете, мне понравилось, результат действительно виден. Мочевина ускорит перегнивание растительных отходов за счет повышения температуры внутри кучи. Плюсом станет и то, что при высокой температуре погибают болезни растворные бактерии, тем самым компост очищается. Зачем же нужен крахмал? Крахмал – это полисахарид, который хорошо усваивается не только организмом человека, но и почвой и перегнивающими растениями. Крахмал в связке с мочевиной способствует максимально быстрому перегниванию отходов. Если подсыпать хотя бы 3-4 раза такую смесь в компост, то всего за один год он полностью перегниет. А обычно на это уходит минимум 2 года. Также крахмала боятся разные вредители, которые могут залезть на зиму в наш компост. Это могут быть слизни, проволочник и даже муравьи. Я смешиваю 2 стакана крахмала с 2 стаканами мочевины и раз в 2 недели раскидываю по компостной куче по 3 столовых ложки получившейся смеси. После этого я поливаю кучу из лейки водой. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!